Мой дед, Неугодов Владимир Владимирович, с отцом и бабушкой встретили войну в городе Виннице, территории Украины. Ему было 3 года. Это было лето 41-го года. Немцы очень быстро наступали, и поэтому нашим войскам приходилось отступать. Так как мой прадед был военным врачом, его призвали на службу. Он постарался посадить деда и бабушку в какой-нибудь поезд, но все места были заняты. Поэтому он взял ковер и завернул в него деда и посадил его вместе с бабушкой в товарный поезд, который ехал в Москву. Там его ждали мама и брат. Дорога была длинная, и поэтому он сильно истощал, так как есть было нечего. И его повели к врачу. Врач сказал маме, что его уже невозможно спасти, и отправил их домой. Тогда мама и бабушка купили козу, и на козьем молоке они его выходили. Дед вырос сильным, здоровым, закончил Бауманский институт и дожил до 80 лет. Этот ковер до сих пор хранится у нас в семье и очень ценится.